Привет, друзья! Если при плавании кролем, поворачивая голову на вдох, вы проваливаете противоположную руку, если вы дышите направо, и в момент поворота головы на вдох вы опускаете левую руку, значит, вы выполняете поворот за счет опоры на руку, поворот головы. А вы должны выполнять поворот головы за счет ротации корпуса и за счет ноги. Импульс ловим от ноги, делаем грибочек правой рукой, выполняем движение ногой, это движение возвращается, бедро возвращается, и импульс посылается бедру, вращает у нас корпус. От корпуса поворачивается плечо. Поворачиваем голову на вдох, мы не спереди, опираясь на руку, закручиваем себя сверху вниз, а наоборот, как конфетку, мы с другой стороны снизу закрутились, повернули, вдохнули. Рука при этом опорная впереди, которая лежит, она лежит у нас расслабленная, мы ее без напряжения держим. Она у нас должна быть готова к грибку. Делаем вдох и потом меняем руки. Если у вас так не получается, вам нужно делать упражнение такое, вдох в сторону прижатой руки, я его называю. Плывем, бассейн. Одна рука у нас не работает, она находится у нас внизу вдоль корпуса, расслабленная. Работаем ногами. Если вначале совсем плохо получается, можно выполнять его в ластах. Лучше без. Другая рука противоположная у нас вытянута. Плывем. С нижней части делаем удар ногой, закручиваем корпус, поворачиваем голову на вдох в сторону прижатой руки. Потом голову возвращаем и только потом делаем грибочек. Обязательно важный момент, на который вы должны обратить внимание. Пока голова не вернулась, вы не должны начинать делать грибок. Если вы повернули голову и при этом рука у вас оказалась уже где-то там внизу, это ошибочно. Повторяем, переделываем до тех пор, пока не будет получаться это все на автомате. Значит, такая последовательность. Вдох, голову возвращаем и только потом грибочек. Желательно еще, чтобы вы лишнего не перележивали. Если вы повернули голову, потом вернулись, работайте ногами, сделали 10-20 ударов и только потом сделали грибок, это вы сделали просто разные движения, у вас нету связки. Это нужно делать все подряд, чтобы вот ротация в плечах была цельная. Повернулись, голову убрали, возвращаемся и сразу грибочек. Вдох, возвращаем голову и грибочек. Выполняем так 50 метров на одну руку, 50 метров то же самое на другую руку. Тем более вам это важно, если вы дышите только под одну сторону. Вам нужно это освоить. Дыхание под другую руку непривычно, если вы туда не дышите. Вот через это упражнение очень хорошо. И потом третий бассейн плывем в координации кролем. Закрепляем. Даже потом два бассейна плывем. Сначала мы дышим в координации только под правую руку. Следим, чтобы у нас момент смены рук был нормальный. И потом бассейн плывем под левую руку, дышим под каждый левый грибок. На вдохе у нас рука не проваливается и дожидается своей очереди. И все у вас будет хорошо.